Делунтик спит. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. Шо тебе надо? Мы башни как бы строить идем. Так да идем. А жрать когда? Да потом. Я делаю по книге медленно, а ты тупо и быстро. Победил Кузя за быстроту. Ура! Что за? Победил Лунтяик. Корней, у нас стол сломался, да, инструменты? На. Спасибо. Ну делай стол. Инструменты говно, ничего не получается. Вы, дебилоиды, научитесь пользоваться с инструментами, а потом говорите, плохие они или нет. Лебукашки пенек сожрали. Теперь им негде жить. Поэтому заберу их домой. Шер, пускай букашки у нас поживут, а то у них дома нет. Ок, только пойдем посмотрим, что с их домом. Его как будто сожрали. Так его и сожрали. Ты дебил, это букашки, они и наш дом сожрут. На расстрел их. Ты говно. Нет, ты. Все, мы поссорились. Лунтяйк, мы поссорились, и мы не должны видеться с пчелинкой. Пчелинок лети прячься. Нахер ты ее прятал? Мы же просто поссорились. Ай, там в траве гусеница сидит. Идите посмотрите. Ай, там кузнечик. Ай, там пчелинка. Это капли росы, как бы и отражение ваше. Быстро идем по прямой, обгоним Милку и с пчелинкой. Нахер вы пошли по аду и чуть не сдохли и не обогнали нас. Я толстая и не буду жрать одна неделю. Ты нормальная? Какую неделю, ты же сдохнешь. Ля, она сдохла. Оп, я ща все почищу до блеска. Иди почисти лучше нам пруд. Толку больше будет. А разве это не статья? Лунтик, помоги бабочками стать. Ок. Не хотим быть бабочками. Мы жрать хотим. Короче, Лунтяек, следи за кактусом всю ночь. А светлячков позвать не? Приф, мы пришли уже, хозяй, из каких серий? Наблюдайте за кактусом всю ночь. Ок, реклама дискорд-канала Нека. Он сделан просто, чтоб почилить. Тут всегда норм администрация. Короче, ссылка в описании. А ты что ты здесь делаешь?